Студент Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Николай Мельников стал победителем международной конференции в Казани. Учась на четвертом курсе физико-технического института СФФУ, он стал призером в своей секции по вопросам электроснабжения. Что за проект представил Николай на конференции, узнавала Кристина Якупова. Патриот до мозга костей, называет себя Николай. Закончив школу, мог поступить в Центровуз и остаться в другом регионе. Но учиться и работать решил в Якутии. К энергетике тяга появилась еще в 10 классе. Эта профессия благородная. Благородная тем, что мы дарим тепло и свет людям. Мной было написано несколько проектов, но мне понравилось два проекта. Это по малым гидроэлектростанциям. То, что можно построить в Центральной и Южной Якутии, это первое. А второй проект – это моя дипломная работа. На тему именно децентрализованной системы электроснабжения с помощью гибридных станций на основе комбинированной работы дизельной и солнечной энергетики. А в системе накопления энергии используются не только аккумуляторы, но и ионисторы. Сложное название, но простое значение. Работа якутского студента выходит за рамки республики. Реализация проекта поможет обеспечить электроснабжением объекты сельского хозяйства. Сегодня большинство земель не имеют инфраструктуры – автомобильных дорог, электричества, газа и водоснабжения. Гибридная энергетика решит эту проблему. Работа Николая выгодно отличается от тех, которые сегодня происходят. То есть он полностью проанализировал работу. Он не просто проанализировал по литературным источникам, он детально познакомился с работами Сахаэнерго. Все 4 года обучения Николай проявлял тягу к знаниям и к своей будущей профессии. Стажировался в крупных энергокомпаниях, занимал призовые места на различных конференциях. В этом году Николай получит диплом. Дальше планирует поступить в магистратуру. Направление неизменно – электроэнергетика. К этому времени парень обещает доработать победный проект. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск.